Долгая уральская зима оставила после себя лишь воспоминания о звенящей леске, бойких поклевках и адреналиновом вывожении. Метровый лед давно сошел, настал сезон открытой воды. Отыграли нерестовый запрет с фидером, поплавком и боковым кивком. И теперь пришло время рыбалки с лодки, пришло время бортовой без мотылки. Собрав зимние удочки и мормышки, я двинул на водоем. Должен признаться, что я очень долгое время ждал эту рыбалку. Всем крепкого здравия, хорошего настроения и добро пожаловать на водоем. Рыбалка сегодня будет проходить на моей второй лодке под красивым названием «Таймин». Это 270-я лодка с увеличенным диаметром баллона. А это именно то, что нужно для того, чтобы выполнять качественные проводки даже при условиях качки. Нет, вы не подумайте, я не покупал лодку специально для рыбалки на безмотылку. Я убил несколько зайцев одновременно. В первую очередь, вторая лодка мне просто жизненно необходима для сплава. Во-вторых, мне нужна была лодка под большое водохранилище с увеличенным диаметром баллона. Потому как один раз я попал в шторм и натерпелся страху, когда оплыл по волнам на 11-метровой глубине. Ну и в-третьих, нужна была лодка, в которую можно было бы вставить фанерное дно и ловить на спиннинг стоя. Поэтому выбор пал именно на это симпатичное судно. В процессе эксплуатации сделаю определенные выводы по этой лодке и потом поделюсь с вами. На лодку я установил два якоря, один получается спереди, один сзади. Установил также датчик старого своего эхолота. Ну а теперь загружаем оставшиеся вещи и двигаем на рыбалку. Пустил под воду камеру, меня тихонечко ветром тащит, и сразу же на телефоне одновременно забиваю точки себе. Нашел тут лестницу, на дне лежала, тоже забил ее, пеньки разные, вот, и места скопления рыбы. Как раз на зимнюю рыбалку точки прям шикарные. Я искал хорошее место и в конечном итоге нашел. Здесь идет глубина примерно 4 метра, присутствуют такие разлапистые пеньки. Сейчас тут закормлю, брошу буй и поплыву еще, посмотрю несколько точек тут рядышком. Тоже их закормлю, тоже поставлю буйки и будем начинать рыбалку. Посмотрите, ребят, какую обалденную прикормку я сегодня с собой взял. Это идет пшено сваренное, перемешанное с панировочными сухарями и кормовым мотыльем замороженным. Я думаю, что такая прикормочка должна прям очень хорошо действовать на местную рыбку. Ну, посмотрим, сейчас проверим. Ну что, я благополучно нашел и закормил три места, уже поймал одну зарожку, было несколько поклевок и все. Попробую поставить ядреный глаз, может быть, на него будет как-то получше рыбка отзываться. Сейчас буду проверять. Ребята, ёлки-палки. Эх. Ух. Заплаточка. Заплатка. Ха-ха-ха. Без мотылка рулит и разруливает. Буквально на первых проводках попал такой красавчик. На гвоздик с неоновым шариком. Красавец. Ой. Это сорожка. Это сорожка. Да. Плотвёшка не крупная. Ну, буду пока складывать садок, чтобы потом показать окончательный улов.
Вот он. Ух, ребята, лещ клюнул. Ой-ой-ой. Уходит, круги наворачивает, а. Ой-ой-ой-ой-ой, леску травит. Вот. А, это сорожка. Это сорожка, ребята. Нифига. Вот это дура. О! Я думал, лещ клюнул. Какая бойка какая. Смотрите, ребята, какая попала. 100 грамм точно. Даже больше. 120, наверное, есть. Класс. Сидишь, никто тебя не обурит. Ловишь. В одному только тебе известном месте. Точку в навигатор поставил. Зимой обязательно приду. Красота. Не выдержала у нее душа. Сорожка хорошая. Сайца. Надо просто мормышку, наверное, поменьше поставить. И тогда они будут клевать, как из пулемета. Поклевочки прекратились, так что сейчас, наверное, хотел сказать, поменяем лунку, поменяем точку. Самое главное, это тихонечко подплывать. Сильно веслами не ботать. Если на пути следования есть закормленные буйки, то их лучше отплывать стороной. Вот он. Вот она. Вот это подлещик точно. Тяжело. О, красавец какой. Сейчас будет боить. О, пошел. О, пошел. А, красавчик. Перепутал. Вот, ребят, еще один попал на большой глубине. Правда, перепутал мне всю леску. Сейчас придется распутывать. Драгоценное время уходит. Но я его тоже сейчас в садок, потом их отпустим. Оп. Играется. Кукушка проснулась. О, какой хороший был. Ах ты, зараза. Да что ты будешь делать? Убежал паразит, а? Ты смотри, Катя. Вы только посмотрите, какой вид. Тишь, гладь, красота. Подлещик клюет, сорожка клюет на безмотылочку. Солнышко садится, водичка спокойная. Рыбка вот поплескивается вдали. Вообще огонь. Поставил я сейчас своего мормыша вольфрамового. 0,5-граммового. Сейчас проверим. Такие ли у них крепкие нервы? Вот это мелкая заплатка. Ага. Опять убежала? Да что ты будешь делать-то? Вот он есть. Тяжеленький. Вот он.
лещичек. Наборных. Надо их по цакам, наверное, брать, чтобы они не брыкались. Все, огонь. Сам отцепился. Молодец. Либо резко сопротивляется, так либо... Ой-ой-ой-ой-ой, только не в якоря. Ай-яй-яй. Стопэ, парень, стопэ. Сейчас. Красава. Так и соблазнился. О, да, покряк. Еще один красавчик попался. Рыбка какая красивая, хитрая. Ух! Еле-еле на грани чуйки, и рыбка ничего. Тяжеленькая. Эй, убежал, лишь грамм на 600. Оп, еще. Оп, эй. Вот она. Все-таки попалась. Мелочь пузатая. Какая прогонистая, мелкая. Оп. Загнула, не выдержала, загнула. Хорошка мелкая. Какой божественный закат. Сопротивляется как жестко летом. Вроде мелкие. Вот загнул, так загнул. Все-таки соблазнилась. Хорошая. Ну-ка. Сраженца. Соблазнилась. Загнула вниз. Вот ёрш. А поклевка была, как у щуки. Ну, видимо, ёрш был завершающей сегодняшней рыбкой. Значит, давайте подведем итоги. Я сегодня очень доволен рыбалкой. Поймал и ерша, и окунька, и плотвичек половил, и подлещичков половил. И хорошие подлещички сошли, и поклевками насладился, и вываживанием на тонкой снасти насладился. Обкатал свой новый дебаркадер под красивым именем Таймень. Ну, в общем, вообще, вот такущая рыбалка. Сейчас я вам покажу рыбку, которую я сегодня поймал. И мы ее поблагодарим и отпустим. Вот это мой сегодняшний улов. Вот такие вот подлещички, сорожки. Ну, короче, просто класс, просто красота. Пусть как бы по количеству не так много, но
приятно, очень приятно. Ну что, родимые вы мои, спасибо вам большое. Порадовали вы меня сегодня. О, красавчики. Давайте. Дутых. Соплястики плоские. Давай тоже туда. Вот так. Маленький и большой. Бегите. Растите. Какой красивый. Сорожки мелкие. Она такая солидная такая. Тоже давай. Беги. По мормышкам у меня сегодня работал мой мормыш. Работал гвоздишарик фаворит с неоновым шариком. И работал гвоздишарик уловка латунный. Но у меня на этом все, ребят. Душевная рыбалка подошла к завершению. Поэтому увидимся с вами в следующих видео.